Как организовать первую поездку из роддома домой? Каким должно быть детское удерживающее устройство? Как можно и нельзя перевозить грудных детей? Все слова инспектора ГИБДД молодые мамы слушали с большим интересом. Ведь вскоре им самим придется сесть за руль с грудным ребенком в авто. По данным управления ГИБДД по Приморскому краю, в регионе отмечен рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. По состоянию на 12 октября в таких автомобильных авариях травмировано 146 детей, погибло 7. Заметим, в 4 из 7 случаев ДТП со смертельным исходом имело место грубое нарушение правил перевозки детей. То есть дети были либо не пристегнуты в автокресле, либо выбрались из него. Лекция для будущих родителей – это безопасная перевозка детей, которая начинается буквально с рождения. Это автолюлька, автокресло. Ну и далее ребенок обучается в детском саду, в школе, где ему преподают основные, где он изучает основные вопросы безопасности дорожного движения. Ну, я считаю, что ребенок является самым уязвимым участником дорожного движения. И тем самым мы, взрослые, должны обеспечивать ему эту безопасность. Часто, сами того не зная, мамы подвергают опасности здоровья своих детей. С начала года к административной ответственности привлекли свыше 14 тысяч родителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних. Нарушители заплатили штраф 3000 рублей. А вот на вопрос, сколько стоит жизнь ребенка, нет ответа. 12 июля 2017 года вступили в поправки в правила дорожного движения. Теперь безальтернативно дети до 7 лет должны перевозиться в детском удерживающем устройстве соответствующего росту и весу ребенку, а с 7 до 12 лет возможно использование взрослых ремней безопасности. Несмотря на поблажки закона, именно автокресло может защитить в случае аварии жизнь маленького человека. Так, 22 апреля в Уссурийске в ДТП скончался грудной ребенок. Водитель машины, в салоне которой находился маленький пассажир, выехал на полосу встречного движения. Малыш лежал не в детском автомобильном кресле, а на руках у матери. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.